Прежде чем начать, хочу обратить ваше внимание на то, что в конце ролика вас ждет небольшой сюрприз в виде интерактива. А сейчас я желаю вам приятного просмотра. Всем привет, с вами Леон и Джокер МР-17. Мистер 17. Мистер 17. Почему, кстати, 17? А и просто мистер Джокер было занято в Ютубе, и я набрал вот с другой стороны, короче, и все. Гениально. Так, мы продолжаем играть в San Andreas мультиплеер на сервере. Опять же, я забыл самп РП, да? Что-то самп.рп.ру, что ли? Смотри, я так понимаю, в ту зону лучше не входить, да? Да, кстати, когда я в первый раз вообще, мое первое впечатление, когда я записывал сампа РП, я просто залез на одну из территорий банд, и на меня просто без предупреждения один из Гроу-стрит налетел и начал меня расстреливать. Ну, к счастью, я шустрее оказался, я от него убежал, но было весело. А, собственно, поэтому-то я не знаю, можно ли здесь просто вот так вот брать и разгуливать. Тем более бомжам. Я вот что-то залез. Не, я лучше выйду отсюда. Пойдем лучше на главную площадь, дождемся автобуса и залезем туда. Да, и я так полагаю, мы поедем в Сан-Фьеро и наконец возьмем права. Если таковые нам вообще нужны, предусмотрены ли здесь нужны, на сервере. По-любому. Колбаса едет. Он стреляет в нее какой-то. Чтоб не сбило. А почему у тебя... Ой, у тебя ID прикольный. 333. 333. Big да. Dogs. 333. А у меня какой? У тебя 166. Почти как 666. Блин, можно было бы добиться такого, чтобы 666 был. Да, вообще золотой ник. Я бы его потом продал за миллион долларов. Нет, тут видишь, фишка в том, что IP вот эти не статические. То есть ты, допустим, каждый раз, когда заходишь, вот, допустим, на сервере 555 человек, да? Ты зашел, ты 556-й, и тебе присваивается этот ID. Блин. То есть каждый раз... Был бы, если он постоянно. Не, он не постоянный. Так бы тут, представь, сколько было бы тут каждый раз... новых персонажей создают. Как-то бы странно было, что у тебя 166 ID и при этом на сервере 800 человек плюс. Нет, так было бы прикольно вообще. Кстати, у меня 666, он летает. Автобус, погоди, он сейчас уедет. Стой, автобус, он остановился. Ой, я упал. Так, интересно, как много он вмещает в себя людей? Вот это мне интересно. Мы влезли. Автошкола Сан-Фьеро. Класс, едем. Ферма, автошкола. Ферма, любимая. Любая. Любая, мне показалось, любимая. У меня разрешение просто большое. Ну, кстати, у меня тоже, я порой вообще даже чат не читаю. А когда я читаю, знаешь, краем глаз, бывает, такую глупость скажу, это просто потом пересматриваю прохождение, просто ты потом рука-лицо. Ну, да, я так что-то раз посмотрел, он растянуто немного, как-то неудобно, и просто сказал, что я почти наугад. Да едь ты, зеленый цвет, что ты останавливаешься? Вот живой город, а? Бензин сейчас закончится. Да, а ты его бензин видишь? Он написал. Ну да. Точно. Пиши, ну красава, че. Ну красава, молодец. Иди заправляйся, господи. Не надо же кэпить тут, чтобы понять, что нужно заправиться. Говнозаправку. Заправку. А где она? Блин, ну... Нет, ну извините. Я тут первый день. А ну вываливай отсюда, блин. Водитель автобуса, блин.
Слушай, он может даже не знает, где автошкола. Как он нас повезет-то, блин, если только не по чекпоинтам? Ну, скорее всего, по чекпоинтам. Да, заправка. Ну, едь, блин, мы тебе скажем, а я тут первый день. А он этот, все, того уже кончилось. Блин, как тут, что, почему я перевести, я прикинь, язык перевести не могу. Иди толкай. Черт. А, блин, я не могу, прикинь, перевести язык, к сожалению, по какой-то. Пойдем в другой, там вон другой приехал. О, все, перевел, ништяк, было уже рано. Ладно, проваливай. Автобус сломался, прям как в реале бывает. Ну... Вот он нас забрал, все, гол. О, все. Закрыл. Надеюсь. Ты зашел, нет? Да-да-да, я зашел. Все, поехали. Надеюсь, этот хоть водить умеет. Водитель автобуса, блин. Ну надо было так застрять, а? Ну бывает, бывает. Куплю камуфляж. Какой-то дорого. Да, чего тут только нету, кстати. Чего этот камуфляж? Вообще не знаю, вот, честно. Может, скин какой? Хотя вряд ли. Вот, а? Я говорю... Ну, здесь город вообще какой-то большой. Вообще большой, живой, и... Я говорил раньше, что вот San Andreas мультиплеер вообще богат на события, игра вообще. Но с таким онлайном это вообще будет просто... Муа, а не прохождение. Да это, в принципе, даже... Да, тут вообще капец большой. Да, тут... Это... Ё-моё. В принципе, это даже прохождением-то трудно называть. Это будет что-то вроде обозревания или просто галимого. Нет, это летсплей. Это летсплей. Да. Да, ну и по-другому не назвать. А я так понимаю, это вот совсем недавно, да, вот пошла мода на GTA San Andreas мультиплеер. Нет. Да ты первый это сделал, наверное. Я первый, кто открыл вот эту вот замечательную вещь. Летсплей по... Нет, вообще просто я... Я, может, просто не гуглил, но тебя я первого видел это. А, ну, мне просто парнишка написал, ему большое спасибо, не помню, как у него ник, на том же Маджестике и вообще даже на Ютубе, блин, как-то драго. Ну, неважно, в общем, вот он мне кинул ссылку, я подумал, блин, надо попробовать, посмотреть, что там такое. А, и я потому что играл в San Andreas, вообще два года задротил, то есть тогда еще интернета даже как такового не было. Игра вышла, по-моему, в каком? В 2006 году? Если память. Где-то примерно 2006-2005, я не да, помню. Да, вот где-то... Давно она вышла. Да, где-то так. И... то есть я играл два года, я карту знаю там чуть ли не на зубок. И вообще... И вот когда я уже заканчивал играть, скажем так, когда я уже переходил на более серьезные игры, когда компьютер купили, вот San Andreas мультиплеер, вот как таковой еще развивался только как Deathmatch, там сервера по 30 игроков, там суть была у них такова, что появляется персонаж, у него 10 тысяч долларов, его убивает другой персонаж, у него там тоже 10 тысяч, и эта сумма от убитого ему плюсуется, допустим, все, он убил, 20 тысяч долларов у него, да, другой его персонаж убил, у него там 10, а у того 20, и плюсуется 30 получается, ну и таким образом, кто больше денег не собирает. Вот такие были мультиплееры. А, сейчас же вот, пожалуйста, эволюция за эти все... Сколько лет-то прошло, блин? 7 лет прошло, считай. Как это все стало выглядеть? Ну, я видел Гаррис Мотор сервер. Ну там что-то непонятное, я там что-то побегал, кому-то магазин вообще засрал полностью, меня забанили, и я вышел, и больше туда не заходил никогда. И все. Вот, кстати, я еще заметил такую интересную вещь. Я когда записывал прохождение на Majestic, у меня постоянно, вот, когда я, допустим, еду в качестве пассажира или вообще ввожу машину, у меня начинает она прыгать, то есть игра почему-то начинает лагать дико. Здесь же такого я не наблюдаю, и запись идет вообще плавно. Круто. Не, у меня как бы, ну, чуть-чуть машину дергает, когда он поворачивает. Из-за того, что пинг и все. Ну да, такое тоже бывает, проскакивает, но а так в целом вообще стабильная игра идет. Не знаю, не знаю, я на других не играл, это вообще мой первый сервер и первый день в GTA. Ну вот, будем с тобой сейчас, значит, вместе познавать все прелести, минусы и плюсы этого порученного мира.
То есть я вообще никогда не играл в GTA. Не, ну только четвертую играл, GTA San Andreas не прошел, так что я здесь нуб вообще полный. Я бы вот в GTA 4 найти RP сервер, это было бы вообще замечательно. Именно населенно там хотя бы человек 200, например, но минимум. Ну это. Я думаю, что, знаешь, ну годик, два где-то должно пройти, чтобы появился какой-нибудь довольно-таки подобный сервер, чтобы был высокий онлайн и разнообразие. Ну, в принципе, есть такая идейка самому сделать, но для этого нужна основа финансовая. Да, это надо стартовый капитал и познание в кодописании. Скрипты, да. все дела, это вообще, конечно. У меня свой был такой вариант сделать этот Minecraft сервер именно для казахстанцев. То есть вот реально в Казахстане мало серверов Майнкрафта, то есть их вообще нет. И если так создать просто, то было бы реально круто, и я бы просто там, ну, кора, короче. В Майнкрафте. О, грибочек был, видал там грибочек, грибочки. А, что, где грибочки? Ты здесь где-то грибы увидел? Там. Вон опять грибочек, вон. Что ты? Про какой грибочек? Ты что там? Что ты ешь? Я не знаю, желтенький грибочек. Я честное слово не понимаю, о чем ты говоришь. Это взрывы, что ли? Не, едет, короче. Нет, автобус едет, такой маленький грибочек там на дороге. Ну как бы справа там зеленый, да, это там. Mm-hmm. Блин, да как долго он может ехать? У него бензин скоро закончится, нам придется пешком. Да, ты представляешь, если бы мы своими путями бы до сюда добирались, это же вообще проезд бесплатно. Да мы на минут 5, наверное, едем, да, вот сейчас? А, ну да, минут 5 реального времени. То есть, кстати, заметь, что едем-то мы по правилам, то есть не нарушая. За РП очки даются. Да, он пока не нарушил. Маршрут. Это вообще получается другой город. Да, уже. Это Сан-Фьеро. Здесь, кстати говоря, по сюжету. Ой, вернее, в оригинальной игре, когда в сингле, здесь очень часто дожди шли. Не знаю, здесь это реализовано или нет. Вот, кстати говоря, мы подъехали. Я так понимаю, это да, автошкола. Всё, надо выходить. Вметываемся. All right. Я, кстати. С меня денег не взяли. И с меня не взяли. Потому что у нас их не было. Там. Обалдеть. Да. Синие ники какие-то, сюда. Красные ники. Красные это ПК, да, наверное. Наверное, ПК. Синие рекнутые какие-нибудь. Это я из Lineage все понабрал. Раньше играл тоже, кстати, задрутил. Ну по-любому, вот этот ПК. Он весь китаец, но это по-любому ПК. Китайцы все ПКшники. Может потому они ПК, потому что они китайцы, блин, короче говоря, вообще хрен пойми чё. Так, ну вот мы бомжи, ох ты сколько здесь ребят. Так, авто. Стоит 500 вирт. Стоит 500 вирт. А где мы возьмем 500 вирт, если у нас нет прав и мы не можем ничего делать? А вот. Вот а коры, вот да? Это, конечно, уже интересно. То есть нам нужно теперь искать работу, какую-нибудь, знаешь, такую чернуху. Вот для таких. Слушай, а что он. Что-то все бегают тут постоянно, кричат преступники. Так. Я не могу сесть, не этот. Как сесть на мотоцикл? Нажимаю F, он не стыдится. G. Ну значит, это не твой мотоцикл. Значит, он приватизированный. Ага. Придется искать. Я не. За исключением автобусов нужно искать другие бесплатные транспортные средства. Блин, ну тут. Давай на тут, автобус. Конечно, разнообразие, я тебе скажу, просто попой кушай. Так, СФПД. Сан-Ферейро. Не, просто видишь, надо как-то привести. Как-то надо этот заработать денег, я не знаю как. Так, вот тут банкомат стоит какой-то. А как заработать денег? Там ничего нет. Объявление. Куплю дом за 25 тысяч. 250 тысяч, извиняюсь. Так. Good luck. Как бабу. А баба руба.
как бабло рубануть. Так, где... Ну-ка, где я ты? Вот он, ну, рядом с тобой. О, смотри, ну, это же вот. Этот... Иди дрить, как у него лицо изуродовано. Ну, модель этого персонажа прямиком из GTA 3 оригинально перекочевала. Типа молчун такой. Ну, морда... Сейчас там какой-то... Не очень. Ну, не то слово. Короче, давай в автобус. Блин, все бегают. Куда-нибудь. Все бегают, кричат «преступник». Что бы это значило? Вон, видишь, сидит «преступник». А, они не кричат, это над ними написано, типа «преступник». Понятно, то есть... И вот что теперь мне на сосисках ездить, чтобы заработать? А кто знает, может и правда придется. Ну чтобы. Ладно, сядем в сосиску. Нет, нам для этого, я покатили, так понимаю, чувак. Нужно еще работу взять. Так, что там, чувака сбивают, давай поможем. Оба, смотри. Только я не понимаю, кто из них преступник. Давай преступник. Это преступник. Красава, меня-то хоть не бей. Вообще встрял за пацана. Вот, бей его, давай. Я ему яйца отдавил. На, ой. Давай, дави это, урода. Жесть, дави. Мы просто забили. Ваш уровень розыска один. У меня уровень розыска. Я помогал. Бежим, парниш. Мне 3 звезды, прикинь, кинули. Ну преступника убили, какого этого? О, как тут легко людей это переехать. Это не... 4 года в Штатах, да он красавчик. Да нет, тут 4 года. Ну-ка. Опытный пилот вообще. Блин, чувствую, мы здесь, конечно, развернемся. Однако 3 звезды мне сейчас пока не очень устраивают. Ты куда делся, кстати? А, то есть смотри, я кого-то убил, у меня теперь уровень розыска. Я, как в принципе, такое побочное задание для любого мента. Он просто подъезжает, о, преступник, бац, схватил, отвез. Меня посадили, а ему денежку. Прикольно. Так, Сид. Я никого не вижу. Куда ты, кстати, исчез? Я тебя найти не могу. Судя по тому, что он молчит, есть такая вероятность, что у него просто-напросто игру выкинуло, вернее, интернет. Или свет выключило. В общем, у него сегодня такое было. Да и, в принципе, серия уже затянулась довольно-таки. Думаю, давайте заканчивать. Блин, надо, короче, думать, как зарабатывать денежку. И мы этим займемся в следующей серии. А сейчас я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем тортик. Итак, что вы видите на этой картинке? Самые интересные ответы будут в конце следующего ролика.